Қайырлы күн, құрметті әріптестер, ханымдар мен мырзалар. Орталық коммуникациялар қызметінің алаңына қош келдіңіздер. Біздің баспасөз конференция бүгін Астана Арена алаңында өтетін Қайрат Нұртастың «Мен ғашықпын» аты қайырымдылық концерті туралы. Добрый день, уважаемые коллеги, дамы и господа. Наша пресс-конференция о юбилейно-благотворительном концерте Қайрата Нұртаса «Мен ғашықпын», который состоится сегодня на 35-тысячном стадионе Астана Арена. На грандиозном музыкальном шоу примут участие казахстанские звезды и приглашенная звезда из России Нюша. Особо важно отметить, что поступившие средства от продажи билетов будут переданы специальным фондам, которые активно ведут благотворительную деятельность в Казахстане. И давайте поприветствуем наших гостей, основных спонсоров, партнеров, генерального директора оздоровительного центра Масимова Кажымкана Касымовича Масимова и главного информационного партнера, председателя правления телеканала «Казахстан» Нуржан Жалаловну Мухамеджанову. Чуть позже к нам присоединится гостья из России, певица Нюша. Добро пожаловать, уважаемые гости, мы рады приветствовать вас. И позвольте перезло предоставить вам Нуржан Жалаловну. Пожалуйста. Рахмет. Құрметті әріптестер, ең алдымен сіздерді біраз күттіргеніміз үшін кешірім сұраймыз. Өйткені өздеріңіз білесіздер, үлкен жаңағы концертке дайындықтың қарсаңындағы қарбалас қашанғыдай. Сондықтан өкінішке қарай бүгін сіздердің алдарыңызға Қайрат бауырымыз келе алмады, бірақ дегенмен мен ойлаймын, ең бастысы бүгінгі кешкі концерттің өте үлкен жаңағы Астанамыздың төріндегі Астана Арена деп аталатын үлкен ойын сауықтық кешенде өткізейін деп жатыр. Және сондай-ақ тұңғыш рет біздің елімізде жас әнші өзінің шығармашылық еңбегінің 10 жылдық құрметіне осындай 3D графикамен үлкен бір арнайы спецэффектілермен бір үлкен шоу-концерт ұйымдастырып жатыр. Сондықтан соның бір ауа райының да қолайсыздықтары бар. Сондай бір себептермен жаңағы техникалардың құрылуы, дайындықтардың жүруі себепті қазір осы жерге дайындықтан шығалған жоқ. Сондықтан мен ойлаймын, оның бәрі заңды ғой деп, ең басы бүгінгі концерттің сәтті өтуі, және сондай-ақ осы концертті ұйымдастырудағы негізгі мақсат жаңа айтылды. Бұл концерттен түскен қаржы қайырымдылық қорына аударылады, ол жөнінде қазір сәлден кейін. Ал мен біз осы Қайрат Нұртастың шығармашылық өнерінің 10 жылдығына арналған концерттік жобаны не үшін қолдадық деген сұраққа келетін болсақ, Қазақстан телерадио корпорациясы, өздеріңіз білесіздер, әрдайым біздің еліміздегі жас өнерпаздарды, қазақ өнерін, қазақ сахнасындағы, эстрададағы, дәстүрлі өнердегі жүрген барлық өнерпаздарды қолдайтын бірден бір бірегей Қазақстан телеарнасы, Қазақ радиосының басын құрап отырған үлкен бір медиа ұжым. Сондықтан да біз сол өзіміздің дәстүрімізден танбай осы жас өнерпаздың өнерін қолдағымыз келді. Себебі өздеріңіз білесіздер, Қайрат Нұртас бұл біздің еліміздегі бір ерекше айрықша құбылыс десек болады, феномен десек болады. Мәселен, кез келген жұлдыздар сахнаға шығып, қанша ән айтып жүрсе де Қайрат секілді мүмкін көп жағдайда жаңағындай көрермендерінің көңілін ерекше өзіне аударып, солардың жүрегінен шығатын әндерді жеткізе айтып жүрген күннің өзінде де дәл осындай бүгінгі күнгі бір ерекше бір айрықша өзінің орны бар жұлдызға айналмаған шығар. Ал Қайрат өзінің еңбегінің нәтижесінде ол тек қана қазақ көрермендерін ғана емес, сонымен бірге қазақ тілін түсінетін, қазақ тілін қадірлейтін, қазақ тілінің құдіретін сезінетін барлық мынау алыс жақын шетелдерге де танылып үлгерді. Сол себепті де ол өнерпаздың бүгінгі концертіне мынау біздің ресейлік танымал эстрада жұлдыздарының да қатысатындығы сондықтан да біз Қазақстан корпорациясы осы өнерпаздың өнерін қолдауды жөн деп таптық. Және сондай-ақ білесіздер, корпорация біздің бүгінге дейін 2014 жылы мынау Ресейде Латвияда өткен «Новая волна»
жаңағы музыкалық байқауынан тікелей эфир жүргізген болатын. Оның бер жағында 2015 жылғы маусым айында 5 маусым күні өткен мынау Муз-ТВ «Гравитация» деп аталатын үлкен музыкалық әлемде ерекше бір құбылыс болған шоу концертті де тікелей эфирде жүргізіп, оның қарсаңындағы «Open Air» деп аталатын үлкен дискотекалық жастардың шоу концертінен де тікелей эфирде жүргізіп, керемет біздің көрермендерге бір жақсы көңіл күй сыйлаған болатынбыз. Мінекей осы дәстүрді жалғастыру мақсатында Қазақстан телеарнасы арқылы біз осы концерттік шоу бағдарламаны да бүгін кеште тікелей эфирде жүргізейік деп сондай шешім қабылдадық, және сондай-ақ барлық өнер сүйетін өнерпаздарды біз осы концертке келулерін сұраймыз. Таким образом, я хочу сказать, что корпорация «Казахстан» всегда поддерживает молодых талантов, юных дарований в нашей стране. Для нас очень важно, чтобы звезды, которые появляются на звездном небосклоне нашей страны, чтобы они были больше узнаваемыми, больше популярными. И телерадиокорпорация «Казахстан», телеканал «Казахстан», который входит в состав нашей большой корпорации, и «Казахское радио» всегда оказывает поддержку. И через наши средства массовой информации наши звезды получают путевку в жизнь, путевку для популярности в музыкальном олимпе. И мы с удовольствием поддержали сегодня Кайрата Нуртас. Может быть, для кого-то покажется, что 10 лет творческой деятельности – это очень мало. Но для тех, кто находится на сцене, это долгая путь. Это путь к поиску самого себя, это путь к творческому росту, это путь к реализации новых возможностей. И сегодняшний концерт, я думаю, покажет всем нам, насколько вырос не только в личном исполнении те или иные произведения наш певец, но и покажет, насколько сегодня шоу-бизнес в нашей стране приобрел новую окраску и сможет использовать новые технологии. И мы сегодня ожидаем исполнения музыкальных произведений с большими специальными эффектами в 3D-графике и так далее. Поэтому я думаю, сегодняшний концерт, сегодняшнее зрелище будет очень интересным и как бы позитивным, и подарит нам всем нам хорошее настроение. А вначале я попросила прощения за то, что вы, уважаемые коллеги, ждали нас. Просто сегодня идет репетиционные моменты, репетиции идут последние дни, очень, как я сказала выше, устанавливаются большие техники, телевизионные, которых у нас, может быть, до этого не было. Вы помните, когда наша корпорация транслировала в прямом эфире, и мы были информационными партнерами большого шоу-концерта Муз-ТВ «Гравитация» в июне 2015 года, вот летом этого года. Тогда мы тоже убеждались, насколько это всегда сложно такие концерты организовывать, насколько много техники туда завозится. И мы очень сожалеем, что Кайрат сейчас не мог отлучиться от репетиции, потому что все-таки вечером нас всех ожидает очень большой как бы концерт с его участием. И я думаю, мы все отнесемся к этому с пониманием, но то, что приезжают сегодня для участия на этом концерте наши российские звезды Нюша и Тимати, я думаю, это большой дань уважения к его творчеству. И кроме них будет принимать участие, вы уже знаете из наших анонсов роликов, что Индира Элемес тоже принимает участие. Мы очень надеемся, что будет большое, грандиозное шоу. И этот концерт не просто концерт. Мы, становясь вот информационным основным партнером, мы вели каждый день дневник подготовки к этому концерту. И мы очень много рассказывали, что Кайрат Нуртас, он не просто певец, он не просто на сегодня популярное, узнаваемое лицо в нашей стране, вот среди наших эстрадных певцов. Но он человек большой души и большого сердца, можно сказать. Может быть, это очень странно относительно молодому человеку это говорить, но это на самом деле так, поверьте. Я сама, как председатель правления и как человек, была очень удивлена, несмотря на
все шлейфы, которые сопровождают Кайрата по жизни, у него, оказывается, очень много связано с благотворительностью. Он очень с молодых лет, с первых лет своей творческой деятельности, он, оказывается, очень много занимается благотворительностью. Он много посещает детских садов, очень много помогает нашим малоимущим, инвалидам, детям больным и так далее. Поэтому это тоже стоит огромного уважения. И сегодняшний концерт тоже этому подтверждение. И об этом, я думаю, чуть позже тоже мы вам сообщим и расскажем. Если будут вопросы, мы с удовольствием на них ответим. Сұрақтарыңыз болса, біз үлкен ықыласпен жауап береміз. Шыны керек, біздің елімізде өздеріңіз білесіздер, өнердің дамуына, жастардың, жас өнерпаздардың көпшілікке танылуына барлық жағдай жасалған. Біздің елбасымыздың үлкен руханиятты қолдау жолындағы жасап отырған саясатын жеткізетін, оның халыққа түсіндіретін мына сіздер, журналистер сіздер. Сондықтан мен құрметті әріптестер сіздерден сұрайтыным, бүгінгі концерттің де үлкен маңызы мәні бар екендігін дұрыстап өз оқырмандарыңызға, өз көрермендеріңізге жеткізсеңіздер деген үлкен өтінішіміз бар. Және сондай-ақ бүгінгі концертте кездесіп бәріміз қуанып, қазақ өнерінің қазақ сахнасында тағы бір жарқыраған жұлдыздың ары қарай жарқырай түсуіне ықпал ететіндігімізге біз соған қолдау көрсетейік дегім келеді. Давайте мы сегодня вот окажем поддержку. На самом деле сегодня мы все хотели бы, да, вот очень много в мире творится, все то, что, да, связано с кризисными явлениями, но слава Аллаху, можем сегодня сказать, что в нашей стране есть все возможности благодаря той политике, которую ведет наш Ельбасы, что в нашей стране есть огромная поддержка развитию нашего искусства, музыкальной культуры. И это подтверждение, вот сегодняшний концерт, что наши молодые звезды могут в столице, на большой арене, ставить свои уникальные музыкальные произведения и дарить людям, нам всем, хорошее настроение. Будут вопросы, мы готовы на них ответить. Я думаю, сейчас ага, благодарим вас, Нуржан Жалауна, да. И желаем вам всего самого наилучшего в проведении данного мероприятия. Позвольте следующее слово предоставить вам, Кажымкан Касымович, пожалуйста. Я вот сейчас слушаю, еще больше познал Кайрата Нуртас. И не ошибся в своих выборах. Потому что это дело добровольное. Мы сами выбираем, кому помогать, кому там и так далее. Но вот, учитывая его 10-летний стаж, наш коллектив, ну, сейчас выбрали именно Кайрата, чтобы его помочь материально, социально, чтобы его задержки не были в ее развитии. Спасибо родителям, то есть вовремя они определили его талант. То есть не каждый человек из вас сидящих, даже я, мы не споем, когда как ему дал дар Бог сам. Ну, я прежде всего хотел бы, значит, ну, познакомить, чтобы вы правильно поняли, Кайрат при чем, я здесь при чем сижу и так далее. Вот я бы хотел об этом немножко рассказать, потом будет вопрос, скажете. Значит, у нас оздоровительный центр, ну, имени мое, мы образовались в 2011 году, 2000, вот, тоже частная компания, вышел на пенсию, раньше йогой занимался много лет, ну, после пенсии уже тем более, я свободный человек, то есть заниматься тем, чем я могу. Вот мы создали такую компанию, попробовали, там врач я подобрал, я по образованию энергетик, строитель, физкультурник. Ну вот три образования, поэтому, чтобы я в прошлый раз как-то выступал, ну там реплики были, причем он никогда артистом не был, вдруг продюсером стал или врачом не был, центр создал. Значит, у меня все есть, я специалисты есть, профессора есть, создали, благополучно работаем. Мы из года в год получаем прибыль. Поэтому строго я распределяю прибыль, согласно, как Коран написано. Ту четвертую часть, пожалуйста, выделяйте остро нуждающимся. Ну, мы первый год чуть-чуть прибыль получили, мы помогли
значит, вот Министерство здравоохранения попросили, кому там детские там сады, там клиники, недружеспособным, ну, получаем список, по мере возможности мы помогали. Второй год еще больше прибыль получили. Тогда прибыль мы распределили не только нуждающимся, но нам же надо еще и специалистов готовить по нашей части. Обучали врачей, отправляли за рубеж, их обучали. Не ошиблись. По прибытии врачи более шире стали работать, свою деятельность расширили. Четвертый год еще больше получили прибыль. То есть мы на правильном пути, каждый год мы распределяем. Вот в этом году мы уже подумали. Теперь надо помочь талантам, молодым, талантливым, кто, значит, идет, кого мы поддержать. Вот и всех сказано, мне подались, сказали, вот Карят в области искусства, там можно будет его поддержать. И вот я сейчас, когда послушал, думаю, да, да, мы не ошиблись. Мы его будем поддерживать материально, морально, организовать. То есть это не просто так. Карат сегодня пришел, завтра спел. Это очень трудная работа. Вот даже вчера чуть-чуть его задержали репетиции, он расстроился. А расстроенный вот, певец с него не будет. Поэтому мы ограждаем, помогаем. Слава Богу, вы сегодня увидите его, значит, деятельность, которую он будет нам показывать. То есть мы помогаем. В первую очередь мы выполняем уже послание президента. То есть практически государственный частный партнерство. Мы частной компании, можем прибыль получать и между собой распределить. Нет, мы работаем с Министерством здравоохранения. То есть хорошо получается. Мы создали, построили завод, выпускаем продукцию, это вот полоски, ранняя диагностика онкологии, туберкулез, и мы его отдаем Министерству здравоохранения. Министерство здравоохранения скрининг проводит по всему республике и так далее. То есть здесь получается взаимоотношения между частной компанией и государственной организацией. Вот это и есть ГЧП, государственное частное партнерство. То есть мы на примере уже показываем. Ну, не только в области медицины. Мы дальше будем развивать и Министерство сельского хозяйства, то есть продукции, строительство, энергетики. То есть у нас компания многоотраслевая, научная. Вот. Поэтому здесь вот сегодня мы помогаем, вот, допустим, Кайрату. Какое имеет отношение? То есть мы не просто с улицы берем, раз, и мы решили ему помочь. Нет, в этом глубокий смысл. Кайрат не только поет, он лечит. У нас центр. То есть это не традиционное лечение. То есть воздействие его. Вот я думаю, сегодня мы столько-то тысяч будет зрителей, мы никого не заставляем. Они слышат, они идут. Они неосознанно даже идут. То есть после концерта они себя чувствуют хорошо. Почему? Воздействие музыки на его внутренние клетки оживляет, значит, оздоравливает. То есть каждый зритель, слушая эти музыки, они по-своему оздоравливают. Это для нас очень важно. То есть мы не только помогаем, и лечим, и выполняем и постановление, послание. То есть все в комплексе, наше направление правильное. Значит, в этом году, вот сейчас вот будет сегодня вечер, соответственно, получится, ну, прибыль, да, билеты покупают. Эти деньги мы не все собираем и ушли, получили прибыль, нет. 5 миллионов из этих поступивших средств мы будем распределять. Распределять обычно мы подаем Министерству здравоохранения, они, соответственно, нам говорят, кому это будет распределить. Вот я не знаю, вот сейчас мне подали, то есть те 5 миллионов, которые, значит, мы будем выделять. Это фонд Сан-Адам, мы выделяем 2 миллиона тенге. Это они сами внутри распределяют, что будет покупать, там, и так далее. Это нас не интересует, но мы выделяем. Третий безмолвный мир. 1,5 миллиона будем выделять. Теперь казах Сокрундар Когамы. Ну, миллион, тоже 1,5 миллиона тенге. То есть эти деньги для них много значит, то есть им надо, конечно, помогать. Поэтому наша задача помогать нетрудоспособным, помогать сейчас специалистам и помогать талантливым. Если сегодня мы Карату помогаем, то есть он перспективный певец будущего, а может быть завтра мы подберем молодых ученых, которые он
ну, соображает, делает, но и никто его не поддержит, таких будем выделять. То есть у нас многоотраслевая разносторонняя помощь. Я думаю, что мы тоже не ошибаемся. Из года в год мы растем, потому что нам, наверное, Бог помогает. Спасибо. Благодарим вас, уважаемые гости, и желаем вам удачи в проведении данного концерта, чтобы все у вас получилось. Ну а теперь, уважаемые коллеги, вы можете задать вопросы нашим гостям по теме пресс-конференции. Пожалуйста, поднимайте руку, вам будет передан микрофон, и вы сможете задать ваш вопрос, адресованный нашим спикерам. Пожалуйста, первый вопрос. Вот к нам. Хотелось бы отметить, что уже у нас к нам присоединилась наша гостья из России, певица-композитор Нюша. Нюша, позвольте поприветствовать вас. Здравствуйте. Пожалуйста, уважаемые коллеги, сейчас вы можете задать вопросы нашим гостям по теме пресс-конференции. Первый вопрос Юрий Масанов. Мы вас слушаем. Добрый день. Вот вопрос к нашей российской гости. Как вы знаете, этот концерт благотворительный. Вот занимаетесь ли вы сами благотворительностью? Как вы относитесь, вот, как вы распределяете средства вот, от своей благотворительности? Ну, конечно, так как сегодня я здесь и поддерживаю замечательный жест благотворительный, я стараюсь очень активно поддерживать благотворительность, своевременно участвовать по возможности, также переводить определенные средства и вообще уделять достаточно внимания благотворительности. Благодарим вас за ответ, уважаемые коллеги. Следующий вопрос, пожалуйста. Представьтесь, мы вас слушаем. Здравствуйте, информационное агентство «Бенгиз Кизет». Скажите, пожалуйста, Нюша, насколько вам сложно было исполнять куплет именно на казахском языке? Спасибо. Ну, это совершенно новый для меня опыт. Я впервые попробовала спеть на казахском языке. Но вы знаете, мне очень понравилось. Получилось очень мелодично и необычно. Мне кажется, что зрителям и слушателям тоже понравится. Я тоже хочу, пользуясь случаем, поблагодарить Нюшу, что вы откликнулись на нашу просьбу. И вот в анонсовых роликах Кайрата Нуртаса к этому концерту, большому грандиозному шоу, вы тоже у нас как бы на казахском языке сказали слово «Күтіңіздер, мен де келемін». И это было очень важно для зрителей, поскольку телеканал «Казахстан», который является основным информационным партнером этого концерта, мы вещаем 100% на казахском языке, и наши зрители, они всегда ценят тех, кто говорит на их родном языке. Огромное спасибо вам за ваше творчество, за вашу любовь к нашей стране. Благодарим вас за ответы, уважаемые коллеги. Есть ли желающие задать вопросы? Пожалуйста, представьтесь, мы вас слушаем. Барлықтарыңызға қайырлы күн. Дидар Толқынбекқызы, Айбала Республикалық Балалар журналынан. Менің сұрағым Нұржан Жалауғызы сізге. Жалпы Қазақстан ұлттық телеарнасы, қазақ өнерін, жалпы қазақ өнерпаздарын, соның ішінде жас өкілдерін қолдау мақсатында алдағы уақытта тағы да қандай жұмыстар атқармақ? Рахмет. Өте жақсы сұрақ. Біз енді өздеріңіз білесіздер, еліміздегі мынау жас өнерпаздарды қолдау мақсатында Қазақ радиосынан «Дала дауысы» деген халықаралық үлкен жобамыз бар. Ол жобада өзінің жалғасын табады 2016 жылы. «Қазақстан дауысы» деп аталатын бүкіл әлемге белгілі жобаның үшінші маусымын біз осы міне желтоқсанның айының соңында қорытындылаймыз. Ал енді 2016 жылы біздің көрермендерімізді үлкен бір керемет жақсы жоба күтіп тұр десем болады. Ол біз мынау еліміздегі танымал елдің сүйіктісі керемет өнерлі біздің бауырларымыз Музарт тобымен бірлесіп Музарт Лайф деген жобаны ұйымдастырмақшымыз. Ол жобаның да мақсаты мынау еліміздегі жас өнерпаздарды тауып, солардың өнерге деген, үлкен өнердегі деген жолдарына ақ жол тілеу. Мінекей осындай мақсаттағы үлкен жобаларымыз бар. Сол жобаларды да біздің көрермендеріміз осы Қазақстан телеарнасы арқылы көріп, Қазақ радиосы арқылы тыңдап тамашалай алады. Көп рахмет сізге, Нұржан Жалауына. Уважаемые коллеги, Нюша, скажите, пожалуйста, вот вы не впервые, да, в столице. Скажите, пожалуйста, как вам столица? Не холодно здесь? Ну, сегодня я провела совсем немного времени
Конечно, холоднее, чем в Москве, уже появился снег. Вот. Мы, на самом деле, в Москве очень ждем тоже снега, потому что он сразу ассоциируется с Новым годом, с зимой. Вот. Так что даже удивительно тепло. Да, спасибо большое. Может, у вас будут какие-то пожелания, адресованные телезрителям? Ведь скоро Новый год. Да, конечно, хотелось бы пожелать провести новогодние праздники в кругу семьи, с родными, близкими. И мне кажется, что это просто семейный праздник. Хочется пожелать всем отличного настроения, прекрасного самочувствия, крепкого здоровья, удачи, успехов, счастья и, конечно же, любви. Благодарю вас, Нюша. Да, конечно. Хотел еще дополнить. Кайрата, значит, ответственность тоже большая. Не просто он спел и так далее. Он член ОТАН-партии. Я тоже член ОТАН-партии. Поэтому ОТАН-партия поддерживает нас в этой части. Поэтому мы дальше будем развивать и свою деятельность в плане развития искусства, песни там и отрасли. Спасибо. Благодарим вас, уважаемые гости, уважаемые коллеги. Если вопросов больше нет, в таком случае, да, конечно, пожалуйста, представьтесь, мы вас слушаем. Вам будет передан микрофон, пожалуйста. Добрый день. Общественный фонд «Сан-Адам», «Солнечные люди». Я хотела бы у Нюши спросить, слышали вы про такое движение «Больничные клоуны» в России? Нет, к сожалению, не слышала. Спасибо. Спасибо. Благодарим вас за ответ, уважаемые коллеги. На этом мы завершаем нашу пресс-конференцию. Позвольте поблагодарить вас всех. Да, позвольте поблагодарить вас всех за активную участие. Пожалуйста, Нуржан Жалавна, вы бы хотели передать, да, сертификаты. Пожалуйста. Да, мы хотели бы вот сегодня, как уже выше было сказано, мы хотели бы вручить сертификаты вот от тех поступлений на, с концертом, мы говорили, да, что будут переведены вот в благотворительных целях вот тем общественным фондом. Вот я хотела бы озвучивать и я хотела вот, да, чтобы вы как бы вручили. Значит, благотворительному общественному фонду, нет, общественному фонду «Сан-Адам» перечисляется 2 миллиона тенге, это после концерта, а сегодня мы вам вручаем сертификат. Ага. Кажимхан Касымович, пожалуйста, вручите. Следующий сертификат вручается общественному фонду «Безмолвный мир». «Безмолвный мир». Келесі «Қазақ соқырлар қоғамы». «Қазақ соқырлар қоғамы». Бірі екі үш. Құрметті ағайын, мен өзі Аджын Қуанышбек Жаппарұлы, негізі мен өзімді өнер адам едім. Енді кешегі мұны естіп, Қайрат баламызды мынандай үлкен іс атқарып жатқанына шын ниетімен әкелік рахметімді айтқым келеді. Өйткені мына дағдарысты көп жерде жалау қып осындай теріс қарап жатқан кезінде өзінің шын ниетімен осындай қайырымдылық қорын жасап жатқанына үлкен әкелік рахметімді айтқым келеді. Әркез тас өрге домалай берсін дегім келеді, биіктен көрінсін, осындай жақсылық бола берсін дегім келеді. Рахмет. Уважаемые коллеги, буквально только что были выданы сертификаты благотворительным фондом, но на этом мы завершаем нашу пресс-конференцию. Позвольте благодарить вас всех за активное участие, благодарить вас, гости, за участие в нашей пресс-конференции, пожелать вам удачи в проведении данного мероприятия. Всего вам доброго, до скорых встреч.